есть Липецким университетом и Липецким самоуправлением. Продолжаем цикл дискуссий о памяти Советского Союза. Сегодня тема память о советских репрессиях и наше отношение к ним. Профессор Сафронов будет сегодня модератором и представит гостей, которые из Москвы, из Вильнюса. И, наверное, передаю слово профессору Сафронову. Добрый вечер. Тема сегодняшней дискуссии, как уже анонсировано заместителем председателя Липецкого самоуправления, это память о советских репрессиях в постсоветском обществе, забыть, смириться, расквитаться. Что такое советские репрессии? Ну, я думаю, что ответить, естественно, на этот вопрос можно прежде всего сказав, что репрессии существовали не только в Советском Союзе. Да? Мы знаем, что государственные репрессии, они существовали и в других государствах. Слышно, да? Значит, мы знаем, что репрессии, они существовали не только в Советском Союзе, но под словом «советские репрессии» мы, конечно же, подразумеваем то, что происходило в этом государстве, и мы подразумеваем репрессии, мы подразумеваем наказания, карательные меры и правоограничения, которые вот применялись в Советском Союзе к отдельным лицам и категориям лиц по политическим мотивам и, естественно, привлекая какие-то государственные органы. Зачастую, когда мы говорим о советских репрессиях, они сводятся к сталинским репрессиям, к террору, к репрессированию людей, к содержанию в лагерях и в тюрьмах, и в ссылку и высылку. И тема сегодняшней беседы – это вопрос, все ли мы знаем, все ли помним, а если помним, то что хотим с этой памятью делать о советских репрессиях. Смириться с этим опытом и сказать, ну да, вот было такое дело, но сколько лет уже прошло, да. Забыть, вытеснить этот травматический опыт из сознания. А может быть, надо юридически реабилитировать тех людей, кто был осужден безо всякого повода, и одновременно назвать ответственных, стремиться к их общественному и даже уголовному осуждению. Вот это только несколько альтернатив, которые мы попробовали обозначить в названии нашей сегодняшней дискуссии. Начать дискуссию я хотел бы с краткого представления участников. Это Никита Васильевич Петров. С июня 90-го года он уже является заместителем председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал». В 2008 году он защитил диссертацию в Амстердамском университете на тему «Сталин и органы НКВД МГБ в советизации стран Центральной и Восточной Европы». Он является автором многих книг по истории советских органов госбезопасности и послевоенной советизации Центральной и Восточной Европы и, естественно, автор-составитель также многих справочников, описывающих структуру и функции советских спецслужб. Николай Карлович Сванидзе, тоже историк. В 1977 году он закончил исторический факультет Московского государственного университета, а с 1991 года является телеведущим, тележурналистом, автором и ведущим цикла документальных передач об истории России. С 2007 года он также возглавляет кафедру журналистики на факультете журналистики Института масс-медиа Российского государственного гуманитарного университета
в Москве. Вот это два представителя с российской стороны. И у нас также два представителя с литовской стороны. Это Арвидас Анушаускас, по профессии он историк. В 95 году защитил диссертацию на тему советских репрессий в Литве. С 97 по 2008 год он возглавлял один из подразделений в Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. А с 2008 года, вот уже на третий срок, его избирают в парламент Литвы, и он является членом парламента. Также он автор ряда книг о советских репрессиях, об истории советских органов госбезопасности в Литве и о военном сопротивлении советизации Литвы после 1944-1945 года. И четвертый участник сегодняшней дискуссии – это Гербус Кунчус, он писатель. Он драматург, автор ряда книг на многих языках, а также член правления форума «Ежики Дройца». А сегодня мы его сюда позвали, потому что Гербус Кунчус практически окончил книгу о Николае Ивановиче Ежове, который некоторое время до Первой мировой войны жил в Литве, а позднее стал предшественником Лаврентия Павловича Берия на посту Народного комиссара внутренних дел СССР и одним из главных организаторов массовых репрессий в Советском Союзе с 1937-1938 году. Вот кратко четыре участника сегодняшней дискуссии, и я хотел бы тогда начать нашу дискуссию с вопроса друзьям из Москвы и также друзьям из Вильнюса о том, все ли мы знаем о советских репрессиях. Когда историки начинают говорить об истории, естественно, первый вопрос, который возникает, на какой базе мы можем разговаривать о прошлом, об истории, то есть все ли мы знаем, все ли источники нам доступны. Вот и вопрос, который я хотел бы прежде всего адресировать Николаю Васильевичу, Никите Васильевичу Петрову, это об источниках. Все ли мы знаем о советских репрессиях, все ли так документировано, и в чем особенность имеющихся из источников, то есть можно ли им доверять вообще? Ну, довольно сложно, конечно, в короткой, я бы сказал, реплике или выступлении сказать о том, что касается документальной базы советского террора. Архивы действительно огромные, и архивного материала очень много. И очень много архивных материалов было уже издано. В России, по крайней мере, с 91 года, когда стали доступны архивы Коммунистической партии и частично органов госбезопасности, было очень много проведено исследовательских проектов и издания сборников документов. Например, вот та документальная серия, которая имеется в Москве, ну и она разошлась, естественно, по соседним странам, это Международный фонд «Демократия» и, я бы сказал, такие документальные сборники, где есть очень много важнейших публикаций, связанных и с депортациями, и с большим террором 1937-1938 годов, и с аспектами внешнеполитических демаршей Советского Союза. Есть и семитомник «История сталинского ГУЛАГа», который вышел в издательстве «Роспен». Есть еще много сборников документов, есть монографии. То есть, казалось бы, если мы просто окинем взглядом всю эту изданную литературу, то возникает естественный вывод. Да, кажется, знаем все. На самом деле это не так. Во-первых, тема недостаточно еще углублена с точки зрения знания индивидуальных судеб и механизмов террора. Во-вторых, что еще важнее во всей этой истории, это то, что это книжное, это академическое знание не стало фактором общественного сознания в Российской Федерации, по крайней мере. То есть, вроде бы есть десятки изданных томов документов, которые базируются на очень строгом и четком выверенном архивном материале. Но при этом массовое сознание по-прежнему полно мифов о том, почему был большой террор, почему были массовые репрессии, что означала вот эта система, на которой держалась вся
советская конструкция нарушения прав человека, принудительного труда. То есть нет каких-то очень важных обобщающих материалов и работ, которые бы это все свели бы к некому четкому ясному знаменателю, о чем мы сегодня здесь будем говорить. А ведь если говорить о академической науке, то она, конечно же, не должна быть оторвана от массового сознания. Здесь очень важно, чтобы эти результаты каким-то образом преломлялись в виде то, что называется масс-культа. Фильмов, книг, пособий, учебников. Но это не случилось в России, по крайней мере, потому что власть, с одной стороны, меняла свою линию поведения, началась с 91 года. Строилось демократическое правовое государство России. Но к чему мы сегодня пришли? Мы это не можем назвать ни демократическим, ни правовым государством, то, что мы имеем в России. И здесь, естественно, и такое амбивалентное отношение к прошлому. С одной стороны, руководители России открывают стену скорби, памятник жертвам политических репрессий, с правильными словами при этом открытии. Тот же Путин выступает и говорит, что никакого оправдания массовым репрессиям быть не может. Это правильные слова? Правильные. Но при этом фактически что делает власть? Сегодняшняя российская власть часть архивных материалов держит до сих пор закрытой. Если мы посмотрим личный фонд Сталина, например, который находится в архиве, то мы увидим, что порядка 200 дел, причем именно дела переписки с НКВД, переписки с МГБ, они до сих пор не рассекречены, они до сих пор недоступны исследователям. Что-то из этих дел было опубликовано, но большая часть документов скрыта. Это не значит, что если мы дальше будем углубляться в тему репрессий, мы сделаем великие открытия. По большому счету, все репрессивные кампании Советского Союза все-таки каталогизированы, изучены, поставлены в какой-то определенный контекст. Но есть масса важных вещей, деталей, которые должны быть уточнены. Но, к сожалению, вот сейчас политика Российской Федерации в архивном деле, она как раз совершенно регрессивная. А более конкретный вопрос, замечательный, а можно ли верить архивным документам? Это тоже, между прочим, продукт общественного сознания и такого массового сознания. Потому что многие, когда не хотят знать о прошлом этих жутких деталей, они говорят, не, ну что, мало ли там в документах что написано. А на самом деле, как было, никто не знает. И вот, я бы сказал, такой исторический релятивизм, он очень характерен ныне вот для Российской Федерации, по крайней мере, потому что руководство России историю наукой не считает. Ведь не случайно эти разговоры. Единый учебник истории. История должна растить патриотов. Вот это и есть, кстати говоря, такой утилитарный подход, который диктуется сверху и согласно которому мы в истории должны находить только то, что сегодня работает на нынешнюю российскую государственную концепцию. Все, что не работает или все, что как-то идет вразрез, оно не должно либо изучаться, либо пропагандироваться. Так что вот в каком-то смысле это ключевой вопрос. Что хочет не наука? Наука-то известна, хочет только более углубленных и серьезных исследований. Что хочет массовое сознание? Массовое сознание хочет оглядываться в прошлое и видеть только победы и достижения. А разговор о массовых репрессиях, он как бы идет вразрез вот с этим ожиданием населения, которое выращивается в имперском духе. Никита Васильевич, а вы могли бы уточнить, какова часть архивов до сих пор еще недоступна, скажем так, по этому вопросу? Ну, знаете, в процентах трудно оценить, но я вам могу сказать, что если речь идет о документах центральных органов советской власти, а это решение Политбюро, это решение Совета Министров, это переписка органов, начиная от ВЧК и кончая органами КГБ с советским руководством, это важнейшие решения, которые были приняты, то здесь порядка 30%, я могу сказать, так, примерно, действительно еще недоступны исследователи. Это не значит, что если они будут доступны, кардинально поменяется наше представление о прошлом. Оно уже сформировано. Академическая наука сделала очень много. Как я уже говорил, и изданы документы, и каталогизированы, я бы сказал, волны репрессий. Более того, вот у нас на сайте общества «Мемориал», по крайней мере на сегодняшний день, представлено уже более 3 миллионов фамилий, имен и отчеств жертв политических репрессий. И это список, который продолжает расти. Исследования в этом направлении продолжаются. Этот же вопрос я адресирую и коллеге Альбдосу Анушавскому. Пожалуйста, расскажите нам о ситуациях с источниками в Литве. Я думаю, что если мы говорим о советском периоде, то источники не только в Литве, конечно, они и в России. Мне в свое время
пришлось довольно длительное время работы в российских архивах. Сразу могу сказать, в каких архивах есть документы, но недоступны для литовских исследователей, хотя бы часть архивов, то есть, например, военный архив Российской Федерации. Хранятся документы НКВД, то есть военных частей НКВД, которые действовали в Литве, начиная с 44 года по практически до 52-53 годов. Я был в этом архиве, переписал опись, но на этом моя работа и закончилась. То есть дела очень важные, то есть они раскрывают то, что было в Литве послевоенное время. Массовость, схемы, карты и так далее, они очень важны для исследователей, но недоступны. Другой источник, например, не упомянул сам, архив ФСБ теперь, да. Тогда Центральный архив КГБ назывался. Там есть тоже дела репрессированных, и, например, есть десятки дел литовских политиков, военных, которые были репрессированы в 40-м году, недоступны. Мне пришлось с помощью адвокатов, родственников и так далее достать одно дело, единственное дело, но это было уже 20 лет назад. То есть архивы для Литвы важны, они находятся в Москве, но недоступны. И действительно, мы тогда имеем только часть архивов в Литве, которые полностью, ну практически полностью доступны. Но без московских архивов я могу сказать на примере, одном примере я всегда его привожу. Из военного архива меня выпроводили не сразу. Одно дело я получил. Ну, думали, что это не важное дело, что это какое-то рутинное дело. Но это дело было дело с похоронкой одного полка НКВД, который действовал в 45-м году на территории Литвы. Я имел на руках архивы, архивные данные в литовских архивах, которые остались об этом же полку. Документы без похоронок, но статистика голая. И что же оказалось? Оказалось, что похоронок было на 10 раз больше, чем в статистике, упомянутые вот в Литве. То есть там 10 показано, потому что в эти полки НКВД призывались практически жители центральных областей России. И все равно, если кто-то погибал, например, в борьбе с вооруженным сопротивлением, все равно похоронки уходили. Но в статистике здесь же, для партийных органов, для других нужд, это уже отражалось иначе. И без сопоставления этих документов мы видим полностью искаженный вид, что же происходило в Литве тогда. Ну и, конечно, в других Балтийских республиках. А можете ли вы кратко тоже покомментировать, какова часть документов, ну, например, по вашему вот, взгляду, опубликована сейчас уже и доступна общественности? То есть не обязательно в книгах, но также в интернете и так далее. Ну, и если говорить по Литве, то опубликовано, наверное, только, например, из архивов КГБ, я не знаю, процент, 1%. Но доступны практически все документы на 99%. Если говорить о каких-то, ну, если говорить о истории репрессии, конечно, в истории репрессий в Литве дела по депортациям, это практически все основные документы уже
в сборниках разных, то есть полностью доступные, практически об этом мы знаем все. То, что касается истории сопротивления и наоборот, то есть НКВД, как работало в Литве по уничтожению сопротивления, действительно, здесь мы имеем только частичный вид, наверное, только на тех же 30% и основывается источник. Давайте перейдем от вопроса к источнику к вопросу о памяти. Вот несколько фактов я скажу в начале. 18 октября 1991 года в России было принято постановление Верховного Совета об установлении Дня памяти жертв политических репрессий, после которого 30 октября, то есть ровно через месяц, стал официально признанным Днем памяти политических репрессий в России. В 90-м году в Литве 31 октября был также принят закон, по которому в список памятных дней был включен 14 июня, то есть день начала первой массовой депортации жителей Литвы в Сибирь в 41-м году, а также 23 сентября, день ликвидации Вильнюсского гетто в 43-м году. То есть как бы памятные дни введены, мероприятия какие-то проходят, и вроде бы все нормально. И все-таки как мы помним? То есть мы только скорбим по невинным жертвам, и дальше что? Ведь суть все-таки такого воспоминания, скорее всего, заключается в том, чтобы насилие, вот это бесправие, преступление не повторялось больше, чтобы жертв такого рода больше никогда не было. Вот. Могли бы вы, я обращаюсь уже сейчас ко всем участникам дискуссии, прокомментировать вот теперешнюю ситуацию, скажем так, в политике, памяти по поводу вот этих политических репрессий. Николай Карлович, можно с вас давайте начнем. Давайте. Работает. Вот, да, работает. Я бы добавил к этому еще одну дату, кстати, к перечисленным вами. Мало. Добавил бы еще одну дату к перечисленным вами, а именно не далее как 3-го дня, сегодня 30-й у нас, позавчера, 28 сентября, была, правда, не круглая, 79 лет, в следующем году будет круглая, 80-летняя годовщина подписания так называемого договора о дружбе и границе между Сталином и Гитлером. Тоже подписали Молотов и Риббентроп, те же самые два министра иностранных дел, нарком Молотов и рейхсминистр иностранных дел нацистской Германии Риббентроп, которые подписали тремя неделями раньше пакт Молотова-Риббентропа, то есть договор о ненападении, значительно более знаменитый. Но к Литве как раз вот этот вот договор, о котором я говорю, о дружбе и границе, имеет непосредственное отношение, потому что за эти три недели была напополам разделена, в соответствии с секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа, напополам разделена Польша. И вот этот договор о дружбе и границе, он решил судьбу Литвы, потому что по пакту Молотова-Риббентропа Литва отходила в зону контроля Германии, а 23 августа 1939 года, а 28 сентября 1939 года поменялись они немножко, рокернулись, и Гитлер отдал Литву, как мячик бросил Сталину, а в ответ получил некоторые территории Варшавского и Люблинского воеводства, уже переставшие, прекратившие свое государственное существование Польши. Очень важная дата в истории Литвы, потому что если 14 июня, да, это дата начала депортации, то 28 сентября, это 1939 года, это день, когда выяснилось, что эти депортации состоятся, по сути. Если бы осталась Литва под контролем Гитлера, что было бы ужасно. Но она была бы другая, эта судьба. Она была бы не такая.
Вот. А так вот она была именно такой, какая она есть, какая она была в истории. Вопрос о памяти очень сложный, потому что сейчас, если говорить о том, как это происходит в Литве, это виднее моим уважаемым литовским коллегам, как происходит в России, она не запрещена, эта память, ни в коем случае. О ней можно говорить. Но дело в том, что это такой немножко разговор в пустоте. Он не воспринимается. Во-первых, он не ведется на широкую аудиторию. Серьезный разговор. Тот, который ведется, он ведется на аудиторию узкую. И не воспринимается. Это очень серьезная проблема, у которой есть очень глубокие причины. Дело не в позиции нынешней власти. Хотя в ней тоже, несомненно. Здесь корни очень глубокие. Эта тема, тема репрессий, никогда не была отрефлексирована по-настоящему. Ни на государственном уровне, ни на уровне личном и семейном. Если, скажем, человек, там, член семьи, который погиб или был ранен во время Великой Отечественной войны, это был предмет гордости семьи, то человек, который пострадал в годы репрессий, он реально как бы стеснялся этого. Я не беру индивидуальные случаи, я беру массовый порядок. Как правило, это было именно так. Это не звучало в семье, это не звучало публично, это не был предмет гордости, это был скорее предмет такого, не то что стыда, но угнетенности, вероятно, спасибо за подсказку. Это был тот факт биографии, который не мог принести ни славы, ни наград, а скорее мог принести какие-то неприятности и проблемы. Вот у меня там, скажем, есть мой личный опыт, связанный с членами моей семьи. Вот мой дед по линии моей мамы, он дед по линии моего отца погиб в 37-м году. Но отец, человек своеобразного характера и достаточно твердого, и прошедший войну потом, он никогда от меня этого не скрывал и был настроен абсолютно жестко. И говорил мне всю правду, все, что знал. Знал он немного. Но то, что знал, он говорил. И говорил соответствующим эмоциональным настроем. А вот дед по линии мамы, он после войны, значит, в конце 40-х годов тоже сел потом, по доносу своего подчиненного. Отсидел несколько лет, я его знал, хорошо помню, он меня воспитывал. Он в 54-м году вышел, потом был реабилитирован. Он никогда не говорил об этом. Он всегда говорил мне некие вещи, которые не предназначались явно для моих ушей. Я потом, конечно, узнал, все живые люди, я узнал от мамы, там что-то от бабушки. Но это не был предмет, о котором принято было говорить. И как я потом понял, здесь вот именно моя семья не была исключением, скорее она была правилом. И на том, что касается вот этого моего дела. Это не случайно. Это зависит, конечно, вот эта вот линия, уровень этот семейный, личный, он зависит от уровня государственного. На государственном уровне никогда эта тема не была отрефлексирована толком. Дело ограничилось фактически полуразоблачениями на 20-м съезде, в 56-м году. Вот этой формулировкой «культ личности Сталина», этой потом еще более такой таинственной и мутноватой цифрой 37-й год, намеками, которые все компетентные должны были угадывать. А кто не угадывал, тот и, слава богу, что не угадывал. Для его ушей вроде как и не предназначалось. То есть это не было предметом широкой общенациональной дискуссии. Это не было предметом широкого, общенационального, исторического позора, если угодно. А должно было стать. Это нужно было вывернуть наизнанку. Это нужно было информационно, аналитически, как угодно, эмоционально пережить. Это не было сделано. И в результате, когда ушли те поколения, которые что-то знали и помнили на своем опыте, на опыте своих родных, выяснилось, что страна-то не в курсе. Просто не в курсе. И это мало кому интересно. Тем более, что сейчас уже, если уже переходить к сегодняшнему дню и в позиции нынешнего государственного руководства,
это тоже нежелательно, потому что история используется как обоснование и оправдание для нынешних действий. В этом смысле она абсолютно функциональна. А если она не функциональна, правильно сказал Никита Васильевич, если она не функциональна, то она нафиг не нужна, собственно говоря. Кому она тогда нужна? Как наука ее действительно мало кто воспринимает. Ее воспринимают как такой достаточно удобный, выгодный, функциональный набор мифов. И поэтому, если из истории вытаскивается что-то, что не повышает настроение массовому избирателю, ну и не надо это. Что-то, что не обосновывает нынешнюю позицию власти, ну и не надо это. Это очень тяжелый момент. Я думаю, что пока, здесь есть еще один, наконец, фактор. Фактор, связанный с тем, что, скажем, в Литве и во всех других республиках бывших Советского Союза, и во всех других странах-сателлитах бывшего Советского Союза, я беру и Польшу, и Чехословакию, кого угодно, всех, с копом и Грузию, и Узбекистан, всех, воспоминание о российской, то есть о Советской империи, совершенно не такое, как воспоминание, совершенно не такое по эмоциональному окрасу, по содержанию, как воспоминание россиян. Потому что для подавляющей части россиян воспоминание о Российской империи – это воспоминание о своей империи. И оно поэтому горделивое. Это была наша империя, когда мы были главные, когда нас уважали и боялись, когда вокруг нас все ходили на цирлах. Для всех остальных, включая и литовцев, конечно, это совершенно другое воспоминание. Совершенно другое. И поэтому оно носит объединяющий характер. Воспоминания о репрессиях носят, я бы сказал, такой национально объединяющий характер. Патриотический характер. А для россиян вовсе нет. Спасибо. Спасибо. Никита Васильевич, вы согласны с оценкой коллеги? Ну, я только хочу добавить, что, вообще-то говоря, с моей точки зрения, виновность российской власти в ситуации, она довольно значительна. И вот почему. Когда Николай Карлович говорит о том, что нужно было отрефлексировать прошлое, это ведь на самом деле задача большой государственной важности. То есть, она не происходит, что называется, снизу. Она должна быть неким встречным движением и снизу, и сверху. Вот давайте задумаемся. Память о массовых репрессиях и нарушениях прав человека – это неотъемлемая часть памяти о вообще социалистическом бытии. И эта память, вот, например, в брежневские годы, тщательно скрывалась. То есть в массовом, собственно говоря, пространстве запрещено было ни в газетах, ни в фильмах писать и показывать массовые репрессии. Где-то как-то намеком это могло быть. Почему столь штыки и категорически с неприятием была встречена книга Солженицына? Понятно, она прорывала эту блокаду молчания. Но заметьте, как только началась перестройка, ведь эта тема, она возникла не потому, что Горбачев захотел и сказал, а давайте сейчас будем проводить ту реабилитацию, которая у нас была прервана в годы Хрущева. Нет, это память, которая шла снизу, она всегда жила в народе. Народ знал о тех жертвах, которые он понес за годы социалистического бытия. И если мы говорим о втором уже, новом этапе реабилитации, он должен был закончиться не так, как он сейчас закончился. Реабилитировали, имена внесли на монументы, где-то в интернете, и все. Нет. А осуждение того режима, который существовал в нашей стране до 1991 года. Где, собственно говоря, признание советской системы системой преступной? Где признание советского государства государством преступным, которое, во-первых, в преступных целях использовала преступные средства. Это абсолютно вещь, которую мы сегодня можем и в дискуссии обсуждать по той простой причине. Ведь советская власть почему убивала людей? Она ведь убивала людей не потому, что они что-то сделали. Я имею в виду, как вот эти классовые категории. Она убивала людей не потому, что они могут что-то сделать. Она убивала людей, которых вообще не должно быть. Бывшие имущие классы. Люди, которые имели на дурные связи с заграницей, выстраивание железного занавеса. И заметьте, везде, всюду, куда вступала советская система со своей советизацией, она ведь повторяла то же самое, только в иных формах, что сделала в 1937-38 году. Репрессии эти не были стихийным бедствием.
не были результатом каких-то массовых доносов, не были результатом, условно говоря, прихоти или дурного характера, или болезненного состояния вождя. Это была доктринальная система подавления и выстраивания, подавления населения и выстраивания вот какого-то определенного нового типа социума. Поэтому эти репрессии, и это до сих пор не признано на государственном уровне в России, являлись спланированным и продуманным преступлением против собственного народа. Вот когда мы придем именно к этим юридическим последствиям, нам будет легче разбираться со всеми остальными вопросами, как мне кажется. А вы согласны с формулировкой «сталинские репрессии»? Нет, конечно, потому что эти репрессии при Сталине получили свой максимальный размах. Сталин довел эти репрессии до определенного совершенства, если можно так говорить относительно процесса народоубийства. Но ведь вы же прекрасно понимаете, что доктрина, связанная с тем, что будут эти массовые репрессии и убийства, она ведь появилась задолго до рождения Ленина. Это манифест коммунистической партии. Если мы почитаем те постулаты, которые там записаны, и про принудительный труд, и про изъятие детей из семей, и про запрещение права наследования, и вообще борьба с любым чувством частной собственности, то мы увидим, что это человеконенавистническая система и программа. И когда пришла власть в России, которая стала эту программу воплощать в жизнь, она неизбежно встречала сопротивление, и она неизбежно назначала жертв из тех, кого они не берут с собой в будущее, в так называемое будущее, в так называемый социализм, потом коммунизм. То есть вот это совсем другого рода уже понимание социалистической системы, как не просто попытка реализовать утопию. Некоторые ведь думают, что ну что, ведь были благородные цели, сделать всех счастливыми, свободными, 17-й год, революция. Разве это было целью? Целью было построение некой схемы утопии, причем построение именно на кровавых, я бы сказал, итогах. Декрет о красном терроре 18-го года уже все показывает, какие категории будут уничтожаться и так далее, и так далее. Так что репрессии, я считаю, могут называться либо коммунистическими, либо советскими. И тот монумент, который был открыт месяцем раньше в Таллине, монумент жертвам коммунизма, он довольно правильно назван, с моей точки зрения. Арвидас, я обращаюсь сейчас к вам. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в Литве. Как вы смотрите на место политических репрессий советских в памяти вот, сегодняшней Литвы? Я думаю, что разница большая. Разница большая, потому что начиная с 87-го, с 88-го годов, подход к истории о репрессиях, о терроре был иным. Конечно, все начиналось так же, то есть белые пятна, нужно знать, что было, но в принципе потом все изменилось, потому что Литва, все-таки жители осознавали главное, что вся страна была в ином статусе. То есть то, что происходило в советское время, сразу начало называться незаконным. Не важно, что было, но основа на основе не было законности. То есть если в оккупированной стране вы что-нибудь строите, то есть и на это не имеете никакого права, и не право, право никак не создается. И действительно, начиная вот, например, с 90-91 годов, в принципе, всегда осознавали, что в нашей памяти репрессии, террор, история террора всегда будут играть ну, довольно существенную роль. Почему? Ну, знаете, я не знаю, в какой стране, но все-таки в Литве около, ну, чуть более 300 тысяч человек в советское время подверглось этим репрессиям. То это те прямые жертвы.
А еще были те, которые были, ну, как бы косвенно, например, после уже окончания войны с Германией в Литве каждый второй мужчина, было такое время, каждый второй мужчина очутился в каких-то казематах на день, на два, на три, на неделю, на месяц. Кто-то выходил, кто-то не выходил. Большинство тогда вышло, но все-таки они тоже были жертвами, знали, что это означает каждый второй мужчина. Это действительно существенные цифры. И в каждой семье эта память осталась. Неважно, что, например, не все, не из каждой семьи были или депортированы, или очутились где-то в лагерях ГУЛАГа, но память о репрессиях была, она, ну, существенна. Я приведу один пример. 30 лет назад, еще последний советский год, я собирал информацию о жителях одной деревни и смотрю, что-то они трудно общаются. Трудно общаются, ничего не говорят. Наконец-то выяснилось, что вся деревня целиком была выселена. Все жители. Ну, они еще смотрели очень осторожно на все опросы, историки, такие еще молодые собирают материал. Все выселены. Кстати, они выселены как колхоз. Они создали специально колхоз, чтобы их не выслали, а их все равно выслали всю деревню. И действительно, в Литве есть довольно много таких мест, где полностью на 100% люди подвергались террору, репрессиям. Пару месяцев назад я в одной деревне, это район Кайчадорис, участвовал в таких бендромене, общество. В деревне, небольшая, совсем небольшая деревня, они, у них есть памятник погибшим после, уже после войны, 26 фамилий молодых людей. В каждой семье, в одной семье 4 погибших, в другой там 1-2, от 18 до 23 лет. Очень молодые, они скрывались от мобилизации и так далее. То есть память очень жива, до сих пор жива. Названы ли все ответственные? Ответственные? Ну, знаете, когда мы ответственных начинаем искать уже по прошествии 50, там, 60 или 70 лет, это действительно трудно. Да, в Литве искали, я не могу сказать, что не искали, да, было 250 дел заведено. Но не как-нибудь не тотально, не участникам, или как, например, если работал в НКВД, на тебя обязательно дело заведут в прокуратуру. Нет, только тем, которые участвовали или в депортациях, или в совершении каких-то преступлений человечности. То есть по международному праву. Из 250 дел я не скрою, нашли 50 человек. До суда дошла половина, осуждено, если память не изменяет, около 5 человек. Реальным сроком ни один не осужден. То есть все были, ну, как бы освобождены под подписку и так далее. То есть вот это все. Но это нормально, потому что прошло очень много лет, десятилетия. И как историки мы знаем, кто за что отвечал, ответственных и там политических деятелей, или каких-то репрессивных структур. Но больше мы сделать ничего не можем, только просвещать общество, рассказывая, как действительно мы считаем, как было, как все происходило на самом деле.
Потому что сложно, если будем читать построчно документы НКВД, мы или КГБ, это не важно, принцип один, мы часто будем попадать в тупик, потому что эти документы не всегда дадут правдивые ответы. То есть практически никто не осужден. Иллюстрация в Литве вот тут тоже так проходит, вот, очень интересно. Вот, так, есть ли действительно очень большая разница, если мы будем вот, сравнивать Россию или Литву? Ну, знаете, иллюстрация — это другой вопрос. Я знаю, что сайт, который публицирует документы КГБ, большая часть читателей, кстати, мы просматриваем статистику, является из России. То есть за год, по-моему, конечно, не все знают, что такой сайт существует, но 10 тысяч человек. То есть они пользуются доступом к оригинальным документам, все документы на русском языке, естественно, и так далее. То есть я думаю, что... что это тоже метод дать знания для общества, для каждого практически. Кто хочет знать, а кто не хочет знать, к сожалению, таких может быть и больше. Да, это вопрос, наверное, о том, как надо и как можно говорить о репрессиях. И вот я сейчас уже обращаюсь к коллеге Гербусу Кунчусу. Он, как я уже анонсировал в начале, практически закончил книгу о Ежове, и я хочу спросить, почему вы ее написали, и что вы хотите изменить этой книгой? Ну, начну с того, что Никита подсказал мне эту мысль, написать эту книгу, хотя он хотел, говорил, что лучше ты пиши про Ягоду, потому что он был романтик, как говорил Никита. Но это связано с тем, что Ежов родился в Эверей, если верить этим фактам, и был наполовину литовец, очень хорошо знал литовский язык. Когда его пытали и допрашивали, он признался, что знает польский, литовский и так далее. Так что вот этот персонаж довольно интересен. И мне был интересен, потому что он вышел из Литвы, из Мариамполя, где, из такого региона, родился и общий литовский язык, и так далее. И жил там до 8 лет, потом уехал в Петербург, потом воевал в Первую мировую войну недалеко от Литуса, работал, может быть. И здесь получаются такие, как для литерата, очень интересные параллели. Он работал как бы в Каунасе, в фабрике Тильманса, а в Тильмансе работал и Дзержинский. Так что для литерата это очень-очень интересные эти вещи. И поэтому я как бы хотел написать эту книгу и понять, в чем... как зарождается некоторый садизм человека. Потому что когда ты пишешь, ты как бы исследуешь и психологию, и этого человека. Но хотел бы еще вернуться к некоторым таким вещам. Мы говорили о памяти, репрессии, сталинизма. Так далее. И вот здесь было очень хорошо сказано, что этот вопрос для очень узкого круга людей, потому что историки договариваются, знают эти вещи. А как дойти до такого общего сознания, что это происходило? Потому я думаю, что это очень
может подействовать художественная литература. И если вот говорить о литовских таких первоисточниках, это, конечно, дневники, которые у нас появляются, которые издают Центр геноцида. Дневник Гриневичуте у Лаптевского моря. Потом дневник Дзукаса «Партизаны». Дневник партизана. И это включается, эти тексты включены в общую программу школ. И здесь вот появляется такая проблема, потому что тексты эти очень трудные. И этот молодой человек, который там 15, 16, 17 лет, он не может нормально воспринимать эти тексты. И, может быть, потом он уже не будет возвращаться к этому. И как бы это будет блокироваться эта память. Но вот те книги и тексты, которые я здесь упомянул, они связаны еще с такой интересным процессом, потому что больше о репрессиях и этом времени пишут не литовские писатели, а писатели литовского происхождения, которые живут в Америке или в Канаде, которые вообще не имели никакого отношения. И здесь хотел бы упомянуть Рута Шепетис, которая даже не говорит по-литовски, выпустила такую книгу над серыми облаками. Антана Шилейка, канадский писатель, пишущий по-английски, выпустил книгу «Подполье». И вот через эти книги, через популярные книги, потому что они имели и имеют большой успех, вот таким образом можно, я думаю, эту память конструировать. Николай Карлович, я сейчас к вам обращаюсь. Вы много лет на телевидении и, наверное, могли бы тоже прокомментировать, вот какое место память о советских репрессиях занимает вот в масс-медиа в России, и достаточно ли это место? В связи с вот, как раз исследованием о Николае Жовеве вспоминается знаменитая, вам известная наверняка, песня Акына Джамбула. Джамбул Джабаев? Да, песня о Батыре Ежове, где там были такие слова, что в большом организме советской страны Ежову вождем полномочия даны. Это на самом деле вот к тому, какой колоссальный слой, в том числе эпоса, чего угодно, покрывает вот эту страницу репрессий, позитивного эпоса, героического эпоса. Как сложно это все переломить. Действительно, здесь художественная литература важна, конечно. На телевидении, вот я вспоминаю, у нас была одна из серий исторических хроник была посвящена биографии Донатаса Баниониса. Мы брали у него интервью, я знаю, что к нему сложное отношение. Царство ему небесное, его уже нет. Вот. И он рассказывал о том, как он переживал вот эту ситуацию с депортациями. Он тогда был артистом-стажером Поневежеского театра, юным совсем. И начались репрессии. Вот 14 июня 41 года начались репрессии. Он говорит, что мы первые два дня мы просто прижали уши, и мы не понимали, потому что брали всех. И простых, и образованных, и богатых, и бедных, и мужчин, и женщин, и городских, и сельских. И мы решили, что, наверное, Сталин хочет весь литовский народ депортировать. Я, кстати, не исключаю, что это было близко к истине. Здесь эта догадка не так уж далека, вероятно, от реальности. Потому что, скажем, у него была идея депортировать весь финский народ, скажем. Почему бы не депортировать в случае победы над Финляндией? Почему бы было не депортировать весь литовский народ? И потом Банионис рассказывал, что они вырыли яму вот прямо во дворе Поневежеского театра, спрятались в ней и ждали немцев. Вот это
психологически очень многое объясняет. И потом, когда убедились в том, что немцы тоже не подарок, в конце войны уже, когда наши были на подходе, наши, я имею в виду, русский солдат, Красная Армия, мы, говорит, я захотел уйти к американцам. Уйти нужно было вместе с немцами, а потом уйти к американцам. Он заснул, молодой парень глупый, заснул где-то в стогу. Просыпаюсь, выходят уже ваши автоматчики, я к ним кидаюсь, актер же. Я к ним кидаюсь и говорю, ох, как мы вас ждали, как мы вас ждали. На телевидении я уже об этом частично говорил. Можно говорить. Но можно говорить, это такая арьергардная тема. Тема, которая, конечно, абсолютно говорит о том, что недостаточно говориться, это было бы смешно. Разумеется, недостаточно. И в 10 раз больше было бы недостаточно. Это колоссальная национальная трагедия. Под национальной трагедией я имею в виду трагедию всех народов и наций, входивших в состав Советского Союза. Абсолютно колоссальная трагедия. Пережить которую, отрефлексировать которую, представить ее как и реальную трагедию, в том числе и прав абсолютно Никита Васильевич, здесь у нас с ним нет разногласий, в том числе и с юридическими последствиями. Конечно, это было бы замечательно для того, чтобы очистить душу всего народа. Разумеется, но сейчас этим не пахнет. Сейчас это совершенно маловероятно, и в ближайшем будущем я этого не ожидаю. Что нужно делать? Нужно делать то, что следует, и пусть будет, что будет. Нужно заниматься просвещением. Я думаю, что все сидящие вот здесь за этим столом, они этим занимаются. Скажите, вот насчет просвещения. Вот например, мы слышали уже, что в Литве вот эта тема, которая действительно, ну, она репрезентируется и в учебниках, и так далее. А какова ситуация в России? Вы можете прокомментировать? Есть это в учебниках, но в последнее время представление об истории все больше унифицируется на государственном уровне. И преподавание истории все больше унифицируется. Вот здесь уже говорилось как раз о том, что идея единого учебника, да? А что значит единого? Ну, тут в полном соответствии с заветами графа Бенкендорфа. Как нужно преподавать историю, чтобы ей можно было гордиться? Значит, история репрессий – это не та история, которой можно гордиться, следовательно, она не очень и нужна. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время будет еще жестче ситуация с преподаванием, в том числе и в школе, и в том числе даже в гуманитарных вузах, всего периода, связанного с репрессиями. Очень скупо. Это одна сторона. Другая сторона – это сторона интерпретационная. Здесь я тоже не исключаю, что мы столкнемся с неожиданными вещами. Пока в том, что касается репрессий, вроде бы этого не было. Но в том, что касается, скажем, международных аспектов деятельности советского руководства того периода, мы с этим уже сталкиваемся. Скажем, когда речь идет о том же пакте Молотова-Риббентропа, который был осужден уже советским Верховным Советом, мы видим очень на государственном уровне откровенные попытки его реабилитировать фактически. Абсолютно очевидные попытки. Поэтому я не исключаю, что если так пойдет дальше по этому пути, если мы к тому же и будем иметь в виду нынешний чисто, так сказать, персонально-психологический контекст, а именно очень обильное присутствие в государственной власти Российской Федерации людей с соответствующей ментальностью, все-таки профессиональной, которым еще и в личном плане эта тема не доставляет большого удовольствия, я не исключаю, что мы столкнемся с попытками, как было принято в свое время говорить, обелить эти страницы. Не исключаю этого. Пока что я этого не вижу, но в будущем не исключаю. И почему это происходит? Ну, я это только что говорил. Это происходит по целому ряду причин. Потому что нет сопротивления снизу. Потому что на уровне массового сознания эта тема не представляется существенной и интересной. Она не пережита. Она неинтересна. И она не составляет предмета национальной гордости. А на уровне государственном, да, это тоже неинтересно и нефункционально. Поэтому вроде бы как, ну, врать-то не хочется, и вроде пока нет оснований.
Вот, совсем. Но, может быть, если придется, то повторяю, что будут проблемы и с интерпретацией этой части истории. Это неинтересно тем людям, которые принимают решения, и той массовой аудитории, для которой это решение принимается. К сожалению, это так. И мало того, я хочу сказать достаточно печальную вещь. Может быть, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, это уже необратимо. Потому что время ушло. Мы, да, там, те люди, для которых это важно, а это важно для всех и здесь сидящих, и в том числе и для людей из России, не в последнюю очередь совсем мы этим будем заниматься, но это будет, повторяю, интересно для достаточно узкой аудитории, для массовой. Я не исключаю, что историческое время уже просто ушло. Какова ситуация в Литве? Интересно ли это литовцам? Может быть, кто же? Ведь все больше людей, которые действительно подверглись репрессиям, они уже убирают. И кому интересна эта тема еще? Ну, конечно, и интересуется, как профессионала, это только небольшая часть, ну, специалистов, историки, но в наших учебниках эта тема действительно существует довольно существенно, хотя из общественных организаций, бывших репрессированных, ссыльных, доходят такие претензии, что в учебниках этого пока что мало. Мало, по-моему, не то что достаточно, может быть, не всегда углубленно в учебниках этот период преподается. Ну, как пример я могу предоставить для людей, которые не искушенные в истории, например, история сопротивления Литвы. Мало кто знает действительно, и в учебниках это не раскрывается, что, например, сопротивление Литвы, когда в 49-м году подписали декларацию свою, их цель была не восстановление Литвы в виде там 39-го, как было до 40-го года. Нет, они хотели восстановить Литву ту, которая была до переворота 26-го года. С Конституцией 22-го года, демократическую, и в своей декларации и в других документах писали: наш враг — это Сталинский Советский Союз, то есть антисталинское движение. И раньше, когда была еще актуальна Германия, они писали тоже: наш враг тоже Германия, то есть оккупант. Бывший оккупант враг, нынешний тоже враги. То есть, очень похоже на такую ситуацию польского сопротивления, которое было во время Второй мировой войны активной, послевоенной, конечно. То есть, есть такие нюансы, которые и в нашем общественном сознании, они где-то рядом, но еще... Обычно, если вы спросите кого-нибудь, какую цель имело сопротивление, они практически мало что скажут. Может быть, сопротивлялись советскому режиму, хотели, чтобы было все как до 40-го года, но более такого углубленного взгляда, наверное, не получите. То есть для нас и для историков, и для политиков, конечно, работы в этом случае есть и немало. Потому что часть общественного сознания в этом смысле, оно создает, и в Литве тоже создает и часть мифов, которые иногда более влиятельные мифы, нежели настоящая история. Я обращаюсь сейчас ко всем уже участникам в последний раз и прошу сказать по несколько предложений, ответив на вопрос сегодняшней дискуссии, то есть память о советских репрессиях, по советскому обществу, забыть, смириться или расквитаться.
Как вы думаете, что надо делать с этой памятью? Знаете, была большая дискуссия в России относительно того, какие слова должны быть написаны на вот этом монументе «Стена скорби». Я сейчас не берусь за точность уже итоговых слов, может быть, Николай Карлович знает лучше, но ведь там было точно и понять, помнить, понять, простить, но не забывать. Потому что, в конце концов, прощение есть важный постулат христианского сознания. Но, когда мы говорим о советском прошлом, мы должны понимать, что прощать мы можем только после того, как назвали всех виновных, когда назвали и юридически квалифицировали их вину. И ведь ваш вопрос относительно Литвы был очень интересный. А, значит, никого не посадили. Когда мы говорим вот этой, вот, я бы сказал, уже поздней десталинизации, пять человек, которые были под судом, чья вина признана и которые названы преступниками, это уже результат. Ведь задача разобраться с прошлым — это ведь не идея посадить каких-то стариков непременно на скамьи подсудимых. Ведь не нужно уподобляться жестоким режимам. Но даже Солженицын написал в своей работе: назвать преступниками — и это уже дело сделано. Потому что вопрос же здесь не в том, чтобы кого-то мучить в тюрьме, тем более по возрасту. Здесь вопрос в том, чтобы зло было названо злом. И чтобы ни у кого же не вызывало сомнений доказанность этого зла. Я выскажу, может быть, такую полемическую точку зрения, но мне кажется, задача историка не только, конечно, и человек, который работает в академической сфере, не только писать историю, умные книжки, а тем более историки очень часто пишут книжки за умным языком, понятным только таким же, как они. Задача — спорить еще с массовым сознанием. Потому что то, что происходит в России на уровне массового сознания и интерпретации, оно крайне любопытно. Это изобреталось не только сверху, это изобреталось снизу также. Как только разговор о массовых репрессиях приобрел, я бы сказал, научную глубину в 92-м году в России, когда были опубликованы документы, связанные, например, с тройками, массовая кулацкая операция 37-го года, лимиты, то есть расстрелы просто по цифровым квотам. Это нужно было как-то вместить в свое сознание. Население к этому, конечно, было не готово. Что ведь сразу же рождалось и со стороны власти, и со стороны тех, кто не готов был принять такую правду. Они говорили: ну а что, все так делали? Как будто бы такие же репрессии были в каких-то других странах. Или говорили: ну а что, всегда так было, власть она всегда такая. И вот эти вот все отговорки, связанные с таким, я бы сказал, моральным и правовым релятивизмом, они работают до сих пор. Открываем школьный учебник, сегодняшний школьный учебник, где написано о Катынском деле, например. Вы знаете, военное и чудовищное преступление. Что написано в школьном учебнике, в вузовском учебнике? Ответное преступление сталинизма. То есть вроде бы признано преступлением. Но написано, это хитрая фраза, это хитрое слово, ответное. То есть как будто другие тоже совершали преступления. А сталинизм в ответ, вот на то, что когда-то там какие-то красноармейцы в Польше погибли, а они действительно погибли, там были тяжелые условия, но это не было преднамеренным убийством. Поэтому здесь иная, я бы сказал, даже ложь. Они приписывают другим точно такие же мотивы и поступки. И вот задача историка сегодня, конечно, не только писать историю, не только разговаривать с себе подобными, но и постоянно вступать в споры и даже в конфликт с массовым сознанием. А что касается простить, ну, это индивидуальный акт. А что касается забыть, то забыть это нельзя и крайне, я бы сказал, опасно. Почему? Коротко. Я коротко скажу. У меня есть такой простой очень рецепт насчет этого. Читать и перечитывать Шаламова. Потому что там все есть в этих рассказах. А те, которые читают по-литовски, можно читать такого литовского Шаламова Калвайтиса, светлой памяти, который 2 недели тому назад умер, его фундаментальную книгу «Барак усиленного режима», где он там 10-15 лет провел. Так что у меня насчет этой памяти, как я говорю, чтобы мы не разучились читать. Не только смотреть, но и читать. Забыть, смириться, да. Расквитаться, как вы думаете?
Ну, можно, конечно, коротко ответить, не забыть и помнить. Но насчет расквитации, я думаю, что, как мы говорили, например, открытость архивов, источников, если на 30%, на 70%, значит, закрытые. И, или, ну, часть архивов, наоборот, более открытые. Но все-таки, если они касаются бывших преступлений, репрессии, скрывать эти архивы — такое же преступление. Потому я думаю, что если говорить о слове расквитаться, то именно расквитаться с закрытостью этих архивов. По-моему, Никита Васильевич правильно воспроизвел надпись на монументе. Да? Да. И я согласен с тем, что да, все так, но простить. Не расквитаться, нет, я не вижу, что с кем квитаться, с горсткой оставшихся в живых дряхлых стариков. Но простить нет. Почему простить? Как один мой добрый знакомый, проверенный мусульманин, говорит, прощать — это прерогатива Аллаха. Нет, простить нет, на мой взгляд. Что касается вот этого примера, который был приведен, что действительно не мы, это действительно, это стандартный демагогический прием, который сейчас очень популярен. А что, мы первые? Да вот там расстреливали, там убивали. Это банализация зла, это классический вариант, который известен и в истории, и в политологии. Это очень опасный демагогический прием, и очень, я бы сказал, эффективный. Поэтому нужно его иметь в виду. Спасибо большое. У нас есть несколько минут буквально для вопросов с аудитории. То есть... Вот три руки, больше не вижу. Пожалуйста, представьтесь и очень кратко сформулируйте. Добрый день, меня зовут Черкалин Сергей. Я представляю Генеральное консульство России в Клайпеде. Как в Литве принято сейчас говорить, агент Кремля. Вот, поэтому хочу вот задать вопрос. Мне очень запала в душу фраза о том, что современные власти российские используют историю как функциональный набор мифов, как вы сказали. Не кажется ли вам, что вы страдаете примерно тем же самым? И сейчас вы это продемонстрировали. Я сразу приведу несколько примеров. Во-первых, вы вспомнили акт Молотова-Риббентропа, положив его в основу того, что произошло, раздел Европы, судьба Литвы. При этом забыли, что сегодня, 30 сентября, 80-я годовщина подписания Мюнхенского соглашения, по которому ведущие европейские державы, Великобритания, Франция, фактически отдали на съедение Гитлеру Чехословакию, дали ему карт-бланш для дальнейшей агрессии. И акт Молотова-Риббентропа фактически был защитной реакцией, попыткой оттянуть войну или сделать так, чтобы она вообще не произошла. Это первый пример. Второй. Вы вспоминали Баниониса, который выбежал к советским солдатам и сделал вид, что он их ждал, на самом деле он их не ждал. А как же десятки, сотни тысяч евреев, которых убивали здесь нацисты при помощи литовцев? Они тоже не ждали советские войска? Третий пример. Вы говорите о лесных братьях, так называемых, освободителей Литвы, представляя их борцами за демократию, за свободу, и не упоминаете... Я обращаюсь ко всем. Вот ваш коллега рядом сидит. Не упоминайте совсем о десятках тысяч мирных жителей, в том числе литовских, женщин, детей, которых они убивали. Вопрос вас ваш о том... Не кажется ли вам, что вы обвиняете современные российские власти в том, чем страдаете сами? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, я просто хочу собрать все вопросы, тогда ответим, если можно. Так, потому что мы будем так экономить время. Как скажете. Да. Еще один вопрос. Представьтесь очень хорошо. Альфредо Скеликус. Хотел бы задать такой вопрос. Если бы руководство Советского Союза было бы Зиновьев или Каменев, не было, ну, вместо Сталина. Репрессии были такие бы масштабы или меньше? Или вы как считаете, это левые
идеология. Ну, правда, мы знаем, там, конечно, что хотел сказать. В эти времена, ну, сейчас в Европе есть тоже левые власти. В Греции, ну, там пока Библии песен нету никаких. Добрый день. Я Леонид Трегуб. Рад, что приехали к нам такие компетентные люди. Хотя, может быть, на таком научном уровне мы собираемся и обсуждаем все эти и вопросы уже ушедших давно десятилетий и сегодняшние. И те колючие вопросы, которые задал вот предыдущий товарищ, я думаю, они отражают вот то мировоззрение. Но не в том смысле я хотел задать вопрос. И это прозвучало в ваших выступлениях, что общественное сознание, оно формируется очень долго. И сегодня, живя вот тут в Литве, есть у нас часть, мы все из Советского Союза. Что-то было хорошо, что-то было плохо. И об этом надо смело говорить и трезво оценивать, что в основном и делается. Но все-таки есть, и особенно там под какие-то, так сказать, советские праздники, не позволим переписывать историю, когда каждое поколение на это имеет право. Как будто товарищ Сталин написал историю ВКПБ, и все, точка. Так быть не должно. Поэтому я должен как хотелось бы, чтобы и вы в своих работах, выступлениях вот эту фразу «не позволить переписывать историю», она должна быть, ну, осуждена. Историю надо осмысливать, переоценивать и переписывать, если надо, максимально объективно. Спасибо. Так, еще вопросы есть? Добрый вечер, меня зовут Екатерина. У меня к вам, наверное, больше к Николаю Сванидзе вопрос. Что делать с репрессиями сегодняшнего дня? Я имею в виду дело нового величия и так далее, и тому подобное, и тому подобное. Последний вопрос. Панина Валентина Григорьевна, Славянский фонд «Милосердие, Надежда». Я хочу задать вопрос. Считаете вы репрессивными действиями, которые были со стороны так называемых лесных братьев, партизан, против мирного литовского, в первую очередь, населения, когда убивали не тех, кто якобы их тоже убивал, а мирных жителей, детей, стариков, женщин и даже ждущих детей. Погибло более 8 тысяч мирных жителей, в том числе в основном литовцы. Это не репрессии, на ваш взгляд? Так, у нас есть около 5-10 минут для ответов на все вопросы, поэтому очень кратко. Я стараюсь быстро ответить на те вопросы, которые адресованы мне. Значит, по поводу Паниониса и евреев, которые ждали Красную Армию. Ну, я просто процитировал то, что мне сказал Донатас Паниониса. Он это мне сказал. Я это процитировал. С евреями сложнее. Евреи, к сожалению, в это время никого не ждали. Не было тут уже почти евреев. Это страшная трагедия. Страшная трагедия. Это трагедия еврейского народа. Это часть катастрофы еврейской. Это трагедия литовского народа. Литовскому народу ее переживать. Не мое дело касаться этой темы. Значит, что касается сравнения пакта Молотова-Риббентропа и Мюнхенского сговора, вот это типичный пример банализации зла, о котором мы говорили с Никитой Васильевичем. Типичный. Значит, если кто-то договорился с Гитлером, то и мы правильно договорились с Гитлером. Замечательно, поздравляю. Если соседи говорят, кого-то изнасиловали, то я тоже изнасилую, вот молодец. Это первое. Второе. Разница есть. Я скажу, в чем она. Три пункта. Первый.
в Мюнхенском сговоре, позорном, согласен совершенно, там не было секретных протоколов, он был открытый. Эти люди, Даладье и Чемберлен, они считали, что они поступают правильно, они ошибались, но они не темнили. Второе, они не извлекли личных дивидендов, в отличие от Сталина и сталинского руководства Советским Союзом, из сговора с Гитлером. Они не присоединили чужих территорий. Они позволили Гитлеру это сделать, да, захватить Судетскую область Чехословакии, а потом Гитлер слопал всю Чехословакию. Но они себе ничего не взяли. В этом смысле у них была совесть чиста. Хотя, повторяю, это позорная страница в европейской истории. И третье. Они эту позорную страницу своей истории осудили очень быстро и осуждают до сих пор. Они ее стыдятся, они ее не оправдывают. Черчилль уже тогда встретил Чемберлена, как известно, словами: «Вы между позором и войной выбрали позор и получили войну». И до сих пор они этого стыдятся. А вы это оправдываете. Вот в чем разница. Я, насколько помню, вам еще был один вопрос о теперешнем. Да, извините, о теперешнем. Значит, очень правильный вопрос. Я занимаюсь делом нового величия. Значит, но мне кажется, что этот вопрос лучше обсуждать в Москве, потому что это все-таки наши внутренние дела. Это очень серьезная тема, касающаяся вот наших нынешних репрессивных действий, в частности, в том, что касается девочек и мальчиков из нового величия. Это очень серьезная тема, я этим занимаюсь по линии Совета по правам человека и буду этим заниматься. Если получится, если будет встреча с президентом в этом году, а президент встречается каждый год с Советом по правам человека, если встреча будет в этом году, я буду говорить именно о тем. Могу. На ваш вопрос. Действительно, вы себя назвали агентом Кремля? Нет, дипломатов, которые сопереживают нашу историю, мы так действительно не называем. Только наглые морды, которые не знают нашу историю, не хотят ее знать, и действительно является позором дипломатии любой страны. Я такие же слова могу сказать любому, который не хочет знать нашей истории. О сопротивлении и правосудии сопротивления. Действительно, через месяц, да, выйдет моя книга, которая посвящена одному из руководителей сопротивления, Романаускас Ванагас. И вас ждет неприятный сюрприз, я должен сказать. Очень неприятный. Я это оставлю для читателей книги, но вам скажу, не только 8000 будет фикцией, 5500, поскольку в деле попытались собрать и представить как виновника, любого погибшего в то время, но обратились отделы КГБ. Предоставьте нам материалы по исследованию, как погибли эти люди. Ответ был однозначен. У нас таких материалов нет. Как нет? Потому что мы не расследовали ничего. А как? Они же погибли. Ну, мы писали, что их убили бандиты, их увели бандиты. Как они погибали, от кого? И тогда они решили, давайте нам вообще справки из этих бюро ЗАГС. Ну, из ЗАГСа. О всех погибших. О всех. Собрали справок на 300 человек. Любых погибших. Ну, там оказалось 60 солдат НКВД, ну это не важно, только часть оказалась. Осталось около 200 человек, но и они тогда имели и архивы этих судебных структур подполья. Там было, некоторые совпадали пофамильно, где-то около более 100 человек. Но это во всей, ну, не в Южной Литве, но это Дзукия, ну, регион такой. И что же тогда случилось?
видно, мало. Ну, мало. Ну, что значит сотня, две сотни? Председатель КГБ лично пишет справку, как было на самом деле. И пишет 8 тысяч погибших в этом регионе. Без никаких ссылок, ничего. Ему не нужно. Но, во всяком случае, я уже провел это расследование, не буду всего раскрывать, но действительно для вас, для тех, кто хотят нас поучить истории, ждет неприятный сюрприз. Я надеюсь на тех, которые хотят действительно знать историю, что они будут читать книгу, будут знать факты. Во всяком случае, нам нечего скрывать, потому что, кстати, в этом деле есть такой нюанс. Этому руководителю сопротивления записали в заключение и обвинение то, что он руководил судом над где-то 10 партизанами, которых обвинили в преступлениях и расстреляли. КГБ его тоже за это тоже судило. Спасибо, Никита Васильевич. У вас есть что-то добавить? Да, я хочу, во-первых, сказать про, значит, наших любимых героев Зиновьева и Каменева, потому что они воплотили в себе и в своей судьбе как раз и триумф революции, и ее трагедию. Заметьте, что Зиновьев и Каменев несут персональную ответственность, как и Троцкий, и Ленин, и Сталин, за развязывание красного террора. И они же, эти двое, пали жертвой уже сталинского террора. Вопрос. Если бы, скажем так, не Сталин одержал верх в борьбе с разными типами людей, которые не были согласны с его генеральной линией, как бы проводили генеральную линию эти люди? Вне всякого сомнения, репрессии бы были, но они были бы на совсем другом уровне, потому что ваш вопрос, он глубже, он касается очень важной темы. А персональный вклад, личный вклад Сталина в репрессии, помимо доктрин и постулатов, которые легли в основу этих репрессий, привнес ли он что-то свое личное? Безусловно, привнес, потому что его видение мира абсолютно и с одной стороны такое шизофренически параноидальное, он не был больным человеком. Но у него было особое восприятие всего того, что за пределами. Он строил национальную крепость. Он строил крепость, которая осаждена врагами. И вот эта схема сталинская, она, к сожалению, в российской политике работает до сих пор. Вот это самое печальное. Потому что сегодня используются все те же самые наработки, архетипические страхи населения кругом, вокруг нас враги. Но вы понимаете, российское население не задается одним простым вопросом. И я вот, Сергей, к вам, как работнику Министерства иностранных дел, тоже готов обратиться. Послушайте, но когда мы говорим о том, что все вокруг нас враждебны и ведут враждебную работу против России, мы должны прежде всего задуматься. А бывает так, что вот мы одни, россияне, правы, а весь остальной мир не прав. У нас же нет ни одного союзника. Даже Лукашенко не является нашим союзником и не поддерживает целый ряд внешнеполитических демаршей России. Я не пытаюсь убедить. Я понимаю, что для того, чтобы сказать, что у нас есть вокруг... Есть много скрытых союзников, которые... А это хорошие. Да, согласен. Но мы сейчас... Все-таки я сейчас говорю о позициях стран, которые окружают Российскую Федерацию. Да, и понимаете, и вот эта вот схема сталинская относительно осажденной крепости, железного занавеса, он не выражал ее так, он выражал ее совсем иначе. Он говорил, что мы единственная страна, которая победила в борьбе за социализм и будем учить этому всему миру. Здесь еще было и определенное мессианство. Зиновьев и Каменев скорее следовали бы тому, что завещал им Ленин. Ленин сказал НЭП всерьез и надолго, и они бы, наверное, не вели бы индустриализацию таким методом, каким ее вел Сталин. Я могу на эту тему очень долго говорить, но я вам могу сказать, у Зиновьева и Каменева и у объединенной оппозиции была идея тоже делать индустриализацию, но для этого отобрать деньги у крестьян, но не жизнь и свободу у крестьян. У них никогда бы не дошла бы голова до того, что можно устроить такой, я бы сказал, тоталитарно-колхозный строй. Теперь относительно переписывания истории, мне очень нравится этот вопрос, я люблю на него отвечать, потому что вообще-то историю не переписывают. Никогда и никто ее уточняют, если этим занимаются ученые. А история – это уже состоявшиеся факты. История – это уже состоявшиеся. Но у нас, к сожалению, очень часто, и вот с точки зрения политической, воспринимается так. История – это то,
как мы ее сейчас расскажем. Вот это и будет история. И вот это отношение к истории, это не отношение к науке. В науке все уже состоялось. Мы можем только найти новые факты. Мы можем дать какие-то новые интерпретации, но это не переписывание. Это не создавание истории. Вот история Сталина... А интерпретация это не переписывание? Нет, не переписывание. Интерпретация это вот, например, когда мы начинаем спорить о каких-то фактах, но факт признаем. А переписывание это когда мы просто какие-то факты не признаем, оставляем за бортом сознания и, заметьте, выдумываем новые. Лесные братья. Литвы считают героями, в России преступниками. Каждый интерпретирует по-своему. Вот, во-первых, начнем с того, что нет никакой официальной российской позиции относительно того, что лесные блатья... Сергей, это прекрасно, но пресс-секретарь МИДа, хотя и является официальным лицом, не является, что собственно называется, законодателем. В данном случае. Читайте книги. Только законодатель российский может сказать, вот это и это было преступным. Так же, как российский законодатель высказался об акте. И еще один момент, о котором я обязательно должен сказать, когда мы говорили о судах над нарушителями законности и закона. Если вы помните, это хотя и не Литва, но дело Кононова. Ведь российские средства массовой информации всегда замалчивали, что он убил и сжег беременных женщин. Понимаете, его за это готова была судить после войны и советская власть, но не судила. И вот теперь, когда дошло до суда, что, собственно говоря, в один голос писали российские газеты? Они писали то, с чем я категорически не согласен, и то, что действительно возмущает. Они писали, вот там, в этих прибалтийских странах судят антифашистов. Понимаете, они с легкостью раздают эти ярлыки, вот это и есть переписывание истории, кстати говоря, замалчивание, искажение фактов. А споры о том, как понять тот или иной факт, не является переписыванием, а является нормальной научной дискуссией. Но, к сожалению, в Российской Федерации придумали закон, который выводит научную дискуссию в зал суда. Вас могут обвинить в реабилитации нацизма, если вы говорите что-то такое. И уже тогда судья будет решать, кто прав в научном споре. Вы понимаете, до чего дошло? Дошло до того, что в России историки не могут открыто обсуждать какие-то определенные темы. Это ненормально и неестественно для правового государства, если оно хочет быть правовым, если оно хочет быть демократическим. А я хочу Россию видеть как раз и правовым, и демократическим государством, которое соблюдает свою собственную конституцию, а не придумывает за последние 5, 6, 7 лет столько законов, которые противоречат конституции, что вам даже и воображение отказывает. Общие слова. Я могу назвать конкретные законы. Я могу назвать конкретные законы. Закон об иностранных агентах нарушает нашу конституцию или нет? Он создает неравенство граждан перед законом. Это уже нарушение и духа, и буквы конституции. Ну, у нас пример демократии. Кто? Соединенные Штаты. Простите, но значит, на самом деле пример демократии, когда мы говорим о Соединенных Штатах, он у нас не закреплен на законодательном уровне. У нас не сказано в конституции делать то же самое, что делают в Соединенных Штатах. У нас в Конституции есть четкие и ясные постулаты. Почему мы их не соблюдаем? Почему молчит Конституционный суд, когда принимаются законы, ограничивающие свободу слова? Спасибо. Спасибо. Мы заканчиваем эту дискуссию. Спасибо всем участникам. И через несколько минут у нас демонстрация фильма «Умереть вовремя». Я хочу сюда позвать Марию Сергеевну Жукову, которая очень кратко нам расскажет об этом фильме, и далее мы перейдем к пересмотру фильма. Бабушки и дедушки. История, которую пришлось восстанавливать просто по крупицам, потому что на опыте нашей, моей семьи, я знала, что никто в семье не хочет вспоминать, не хочет говорить вслух. И все, что мы, все, что нам удалось, ту линию, которую мы выстраивали в этом фильме, она собрана из отдельных реплик, каких-то слов, взглядов, улыбок моей бабушки, моей мамы, их разговоров в проброс между собой.
моего ощущения, что они не хотят, чтобы я когда-либо задавала им вопросы. И вот из этих отдельных крохотных эпизодов, плюс нашей долгой работы по теме сталинских репрессий, из всего этого вместе выстроился фильм. Я хочу сказать, что очень обидно, что жизнь устроена так, когда у нас возникают вопросы по существу, по истории страны, по истории семьи. Когда мы для себя формулируем эти вопросы, предыдущее поколение, которым мы могли бы эти вопросы задать, они уже уходят из жизни. И вопрос главный в том, как вот из этих крохотных-крохотных эмоций уже ушедших людей, как выстроить и самим эмоционально прочувствовать то время, в котором мы никогда не жили, и о котором наши близкие с нами не разговаривали. И вопрос в том, как нам это передать нашим детям и теперь уже внукам. В общем, ответов на эти вопросы нет, но вот то, что мы сняли, вы увидите. Еще одно маленькое замечание предварительно. Этот фильм вовсе не предназначался для большого экрана, дорогие друзья. Это телевизионный, он телевизионный фильм, который сделан, в общем, на коленке за минимальные совершенно, абсолютно, мягко говоря, средства. Поэтому просим принять это внимание. Показан по России один. Показан по России один, да, несомненно. Показан по России один, конечно.